Хованский, ты спустишься вниз? Я не могу, Илья! Ну ты мудак, вот ты забрался наверх. Я, да, я наверху, найди меня, я не могу слезть. Вот ты забрался? Я потерялся. Ты хотел туда залезть? Ты хотел туда залезть? Я лезь. Ты хотел туда залезть? А теперь у меня еще и жажду испытывает, и попить хочу, Илья. Ты сам хотел. И попить. Ты издевался, типа я не полез. Теперь все, теперь сиди. Хватит попить. Так и началось приключение Хованского в стране огромных плотоядных птиц. В следующей серии. Ай-яй-яй-яй! Петухи взбунтовались!